По мнению азербайджанского аналитика, российская сторона использует в своих целях карабахских сепаратистов. Как передает Азиас, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов прокомментировал ситуацию в Карабахе и влияние российской стороны на протекающие процессы. Москва, в добрых традициях советского прошлого, выводит на улицы свои последние прокси-силы. Месседж ясен. Армяне Карабаха не хотят в Азербайджан и Никол предатель. Таким способом Россия еще больше ускоряет армяно-азербайджанскую близость интересов без посредников. Имеет ли влияние данные, хаотичные шаги на процесс? Да, но оно ничтожно. И это станет ясным после встречи в Сочи. Таким образом, аналитик прокомментировал сообщение, что армянские сепаратисты готовят масштабный митинг в зоне временной ответственности РМК в Карабахском регионе Азербайджана. Армянские СМИ пишут, что митинг состоится 30 октября в 11:00. Основная тема – Карабах не может быть в составе Азербайджана. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.